Наверное, нет ни одного дома, ни одной семьи, которые бы не потеряли родных и близких. Но вот сегодня мы вместе, мы говорим всему миру, что, сохраняя память о каждом из погибших, что они живы, они рядом и они в наших сердцах. У меня в округе есть совет ветеранов судостроительного завода, предприятия которого уже давно нет. Это одно из больших предприятий в городе Тюмени. В прошлом году мы поставили даже памятник торпедному катеру. 165 катеров было выпущено в Тюмени. И эти катера воевали на Балтийском флоте и на Черноморском флоте. Но суть не об этом. Я хочу сказать, что сайт истории завода, которого нет, собрал за 6 лет 6,5 миллионов просмотров. Это вопрос, а кому это надо? Это нужно нам с вами. Мы об этом не говорим, но эту память несем в наших сердцах. Поэтому я вам хочу пожелать всем, нам с вами, мирного неба, счастья, благополучия и здоровья. Особенная дата и вообще все, что связано с Великой Отечественной войной и с патриотическим движением. Для нас не пустой звук, и слово «Родина» отзывается в сердцах всех 165 учащихся Памятницкой школы и всего педагогического коллектива и родительской общественности. В этом году у нас этот год очень значимый. Нашей школе присвоено имя героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова, легендарного разведчика. С этим именем наша школа живет с 1968 года, когда по инициативе пионерской дружины школа занялась поисковой деятельностью, исследовательской деятельностью. И вот с того момента школа живет с именем легендарного разведчика, и вот в этом году мы наконец-то добились присвоения почетного звания. Не знаю, мне всегда приятно, когда не забывается геройский подвиг наших прадедов. Может быть, почему вот я так проникнута этой темой, потому что у меня два деда, и один, ни того, ни другого нет, к сожалению, сейчас уже в живых, но все детство я прожила как раз на историях, вот когда со слезами на глазах и один, и другой рассказывали о своем боевом пути. Поэтому, наверное, вот с детства я впитала в себя это. И очень приятно, что наше молодое поколение ведь тоже этим проникнуты. И ну, я говорю про свою Памятнинскую школу. У нас развивается и патриотическое направление, и юноармейское движение. И сейчас наравне и девчонки, и мальчишки занимаются и строевой подготовкой, и тактической подготовкой, исследовательской работой, изучением истории Отечества. Поэтому память жива, и память в наших сердцах, в наших умах. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила.